18 мая 2021 года, Северный Крым. Приехали мы в ветеринарку. Здесь у нас здание ветеринарки. Там чуть дальше, да, чуть правее, лаборатория находится. Отобрали пчелок на анализ. Анализ расплода открытый, закрытый. Разное вообще. Открытый, закрытый и пчелок на анализ взяли. Вообще там штук 50 требует, но я тут что-то сыпанул побольше. Ну ладно. Больше, не меньше, ничего страшного. Всем пока.